Здравствуйте, меня зовут Евгения Фалько. Я детский врач-стоматолог Dental Fantasy. Работаю в клинике почти с ее основания, а это уже более 17 лет. Каждый ребенок – личность со своим характером, предпочтениями и пожеланиями. Поэтому и подход к каждому маленькому пациенту и пациенту постарше индивидуальный. Лечение должно быть не только качественным, но и комфортным. Поэтому я провожу психологическую адаптацию ребенка к лечению. По показанию выполняю антистресс-лечение с использованием закись азотно-кислородной седации и в предельно безопасном наркозе. Специализируюсь на лечении кариеса, пульпита, периодонтита, временных зубов и кариеса постоянных зубов, а также занимаюсь профилактикой заболеваний полости рта. Использую в своей работе медицинскую оптику, чтобы максимально сохранить здоровые ткани зуба во время манипуляций и выполнить лечение на высшем уровне. Восстанавливаю зубы реставрациями из композитного материала с учетом природной анатомии, а также специальными коронками для молочных зубов. Записывайтесь ко мне на прием в Dental Fantasy, и мы вместе с вами станем настоящей командой по сохранению здоровой улыбки наших детей.